День телевидения отмечают сегодня во всем мире. В декабре 1996 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения. Национальное телевидение сегодня вещает на трех телеканалах – НВК «Саха», «Саха-24» и «Мамонт». Освещает самые актуальные события региона. Сегодня канал активно развивается, идет техническое перевооружение, повышение квалификации работников, меняется концепция работы зрителей, получают сигнал картинки высокой четкости. Канал выходит на новый высокий уровень вещания. Мы втянуты во всемирное телевидение. Вот мы недавно, нынче летом, транслировали наши игры уже со спутника. И с этого спутника, значит, брали китайцы, например, Казахстан. И несколько стран получили вот наш сигнал телевизионный. Вот. И вот по уровню оснащенности мы наравне со многими российскими телекомпаниями. И в-четвертых, наш контент, наш продукт, он уникален. Это единственный в мире телепродукт на якутском языке. Его никто не делает, кроме нас. Поэтому мы говорим, что да, сегодня день всемирного телевидения, это наш праздник, потому что мы в мировом сообществе телевидения.